Всех приветствую на канале Отвертка, канал домашнего мастера. В сегодняшнем видео топ-5 лучших китайских смартфонов 2019 года по цене до 15 тысяч рублей. Без сомнения, 15 тысяч рублей – это сумма, за которую сегодня можно приобрести довольно неплохой аппарат. Конечно, это будет не флагманский гаджет, но очень достойное устройство. Выбрать телефон до 15 тысяч рублей не так просто, ведь на витринах магазинов представлено большое количество как хороших, так и не очень качественных смартфонов. Рейтинг мобильных устройств покажет наиболее достойные современные смартфоны. Итак, поехали! Итак, первый гаджет нашего видеообзора смартфонов стоимостью до 15 тысяч рублей – это Samsung Galaxy A30, 32 гигабайта. Интересен тот факт, что данная модель получила довольно-таки неплохой дисплей 6,4 дюйма, а вот его обновленная версия всего лишь 5,9 дюйма. Вы задаете вопрос, в чем же дело? Скажу следующее. Два, по сути, идентичных смартфона рассчитаны на разную аудиторию покупателей, поскольку корпус A30 гораздо больше. Также дисплей гаджета создан при помощи технологии AMOLED. Скажу следующее. Линейка A30 фирмы Samsung – довольно-таки интересные и хорошие аппараты по правильной народной цене и с хорошим внутренним содержанием. Обратите внимание. Следующий гаджет нашего обзора – Redmi Note. Про этот аппарат можно сказать, что это наиболее популярный телефон из данной линейки. Внешностью он обязан своему аналогу, прекрасной звезде, так сказать, 2019 года, Redmi Note 7. Но на этом их аналогично заканчивается, ведь внутренние данные смартфона полностью отличаются. У Redmi Note встроенный новейший процессор Snapdragon, он дает просто огромный потенциал для работы на несколько лет вперед. Что же касается камеры телефона, то она у него средняя по качеству. Даже несмотря на тот факт, что у него находится датчик камеры Sony IMX586, который практически всегда монтируется во флагманские гаджеты. Важное замечание от нашего канала. Кроме резиновых защитных клапанов на разъемы, на корпусе смартфона находится гидрофобное покрытие P2i, что дает больше защиты от влаги. Но при этом важно понимать, что погружать его под воду не рекомендуется. Аппарат очень интересный, можете его покрутить в руках. Ну а теперь Oppo A5s. Это топовый бюджетный смартфон до 15 тысяч рублей, выпущенный в продажу в 2019 году от известного китайского производителя. Данная модель имеет довольно стильный дизайн. Фронталочка имеет каплевидный вырез, что сегодня очень модно и актуально. Фронтальная камера не отличается высоким качеством, имеет всего 8 мегапикселей. Этого будет достаточно для нормальных повседневных селфи. Основной экран занимает, так сказать, практически 90% всей площади с лицевой стороны. Oppo этот фокус любит. И следующее, из-за того, что устройство имеет большой запас яркости и высокий уровень контрастности, что-либо читать на солнце можно будет без всяких проблем. Характеристики главной камеры тоже довольно скромные, достаточно простые и народные. Аппарат интересный, фирма Oppo любит экспериментировать, так что этот аппарат тоже можно рассмотреть для покупки. Продвигаемся дальше. Следующий аппарат Honor 8X с памятью 4, 64 гигабайта. Данный смартфон довольно популярный среди пользователей всего мира. Вы задаете вопрос, а почему? А все дело в том, что устройство, когда только что появилось в продаже, стоило гораздо больше 15 тысяч рублей. Но из-за того, что вышло большое количество других моделей, данная версия довольно сильно упала в цене. Конечно же, в нем не предусмотрена высококачественная камера, но за эти деньги он вполне себе хороший. Замечание от нашего канала: у данной версии хороший 6,5-дюймовый дисплей, а разрешение 2340 на 1080 пикселей. Так что очень интересный, правильный экран. Корпус в задней части сделан из крепкого стекла, но в целом аппарат довольно привлекательный, особенно в ярких цветах. Тоже достойный аппарат за свои деньги, по-любому. Ну и в конце нашего видоса довольно-таки интересный аппарат Meizu Note 9.
Итак, у данного аппарата пластиковые части корпуса сделаны под алюминий, а задняя часть сильно похожа на стекло. Хорошее решение. В целом телефон имеет приятный внешний вид и хорошо сидит в руке. Экран сделан по специальной технологии IPS и способен передавать потрясающие цвета с большим запасом яркости и контрастности. IPS-очка нам это дает. Обычно для современных телефонов капелька вот эта под камеру довольно-таки незаметна. Это очень правильное, так сказать, дело. Потому что слишком большие вырезы под камеру, они как-то бросаются в глаза. Данный смартфон имеет довольно-таки большую мощную батарею, благодаря чему можно спокойно данный аппарат использовать сутки, а если постараться, то и хватит на все 2 дня. Про динамик особенно сказать нечего, звук громкий, но эстеты заметят шершавости в звучании. Но это довольно-таки дело субъективное. Аппарат интересный, и за свою цену его можно все-таки приобрести. Это канал «Отвертка», канал «Домашнего мастера» и наш партнер сайт mobcompany.info. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.